Вы все, конечно же, видели мидии и, скорее всего, даже пробовали блюда с ними. Но мало кто из вас знает, насколько полезны эти моллюски. Известно, что они пользовались популярностью в Древнем Египте. Из прочных тонких нитей, которые помогают моллюскам закрепляться на твердых поверхностях, египтяне делали ткань, похожую на шелк. Они использовали при мумификации фараонов, знатных вельмож и получали греческое название висп. Так чем же полезны мидии? Моллюски богаты медью, натрием, кобальтом, йодом, марганцем, цинком, витаминами ПП, В1, В6, В2, Е, Д и множеством незаменимых для организма аминокислот. Считается, что мидии – лучший диетический морской продукт. Его калорийность составляет всего 79 килокалорий на 100 грамм. Причем они содержат много легкоусвояемого белка и жиров, которые не навредят людям с высоким холестерином. Мясо мидии улучшает обмен веществ, способно остановить воспалительные процессы и улучшить работу головного мозга за счет полинасыщенных жирных кислот. Антиоксиданты помогают восстановить ослабленный иммунитет, а большое количество йода восполнит его недостаток при регулярном употреблении морепродуктов. Моллюски также рекомендуют людям, работающим в местах с высоким радиационным фоном, так как он способен уменьшить степень воздействия радиации на человека. Также польза меди заключается в профилактике артрита, повышении работоспособности, понижении уровня сахара в крови и в очищении организма от солей тяжелых металлов. Так как же правильно почистить меди? Их нужно засыпать крупной солью, оставить на 10-15 минут, перемешать пару раз, оторвать хвостик, залить холодной проточной водой, оставить еще на 10 минут. Потом процедить и можно употреблять медию. Не забывайте подписываться.